Не-не-не-не-не. Мужчинам надо информацию так дозированно подавать. А у вас уютненько. Спасибо. Мам, я больше не могу терпеть. Мне надо в туалет. А вы не говорили, что у вас есть сын? Разве? Мам, значит, ему можно выходить из комнаты, а мне нет? А это, кстати, моя дочь. Да. Ну, раз уж так получилось, я тоже чай попью. Вы не против? А это кто? Это вообще-то... Володя, бывший муж. У меня сейчас сложная ситуация. Вот и Надежда пустила меня у нее пожить. Золото, а не человек. Рекомендую.